Счастливой субботы, дорогие друзья! Мы рады новой встрече вместе с вами в это холодное зимнее время. И несмотря на погоду, мы уверены, что в ваших сердцах тепло и уютно. Возможно, даже немножко теплее, чем в нашей студии. Конечно, ведь несмотря на повседневные трудности, Божья любовь и забота намного сильнее, чем самый лютый мороз. Да, поэтому я приглашаю окунуться в Божью любовь и наслаждаться состоянием радости и покоя. Только сделаем мы это в более широком кругу, вместе с нашими новыми гостями. Конечно, без них нам не обойтись. Друзья, проходите. Счастливой субботы, присаживайтесь, дорогие друзья. Рады вас видеть. Приветствую. Нам тоже очень приятно. А откуда вы к нам приехали? Мы приехали из Харькова. Ого, далеко. Как вы добрались? Как настроение? Сильно устали в дороге? Были какие-то приключения, может быть? Жарко было. Жарко. Жарко. Всем было жарко. Жарко. Это хорошо, когда жарко, наверное. Ну, наверное, да. Ну, вы отогрелись, я надеюсь. Да, отогрелись. Хорошо. У нас впереди еще много интересного, поэтому будет время у вас отдохнуть. Ну, а сейчас мы хотели немножко познакомиться с вами. Вы могли бы назвать свои имена и, может быть, что-то интересное, яркое из вашей жизни, коротко? Меня зовут Татьяна. Я очень люблю цветы и вкусно что-нибудь готовить. Спасибо. Замечательно. Меня зовут Юля, я люблю рисовать. Отлично. Хорошо. Меня зовут Алена, я люблю готовить. Молодец. Меня зовут Дмитрий, я вообще такой человек неординарный, мне нравится все. Я вообще люблю как бы активный образ жизни. Инна, ты одним вопросом сразу рассказала про всю семью. Согласна, но еще очень много всего интересного можно узнать об этой семье, когда посмотрим видеосюжет. Хорошо, тогда смотрим. Девочки, пора вставать. Просыпаемся. Аленушка, вставай. Так, руки на поясе. Наклоняем голову. Раз, два, Меня зовут Дмитрий, у нас в семье 5 человек, жена и еще 3 дочерей. 2 дочери Юля и Алена, младшие, старшая Карина. Наша старшая дочь с нами уже не живет, она уже самостоятельный человек, ей 25 лет, она у нас работает стоматологом. 2 младшие дочери живут с нами, супругу зовут Татьяна. Я занимаюсь частным бизнесом, Татьяна работает научным сотрудником в институте, также преподает в христианской школе. Наши девочки учатся тоже в христианской школе. Когда дети только мы их отдавали в 1 класс, то у Димы давно как бы такая идея была, вот почему у нас в Харькове нет христианской школы. Харьков очень большой город, и мы даже по, ну, как бы сами инициировали анкетирование по всем общинам. Организовали сразу 3 класса. Наши дети пошли в 3 класс. И, слава богу, дети учатся у нас. Там мы очень довольны, потому что там совершенно другая обстановка, отношение к детям, отношение к самому процессу образовательному. Поскольку мы изменили свой образ жизни и питание, то утро мы начинаем, после того, как все проснутся, мы пьем воду, делаем зарядку. Мы переехали в этот дом 2 года назад. То есть переехали, здесь ничего не было ровным счетом. Весь этот дом, 1 и 2. Примерно год назад у нас здесь произошло несчастье. У нас загорелся 1 дом, который рядом стоял здесь. И оба дома через полчаса загорели дотла. То есть ничего нельзя было спасти, и мы буквально остались на улице. Через 40 дней, слава богу, мы восстановили дом. Практически здесь дом был одноэтажный, мы построили 2 этажа. И сейчас мы уже год проживаем здесь вот после пожара. Конечно, тяжело очень нам, но вот потому что все было сожжено, остались только мы и все, больше ничего. Ну вот. Ну, как бы нам здесь очень нравится, потому что мы давно мечтали выехать на природу. Нам, честно говоря, как-то неуютно было в городе, не нравилось. Вот. И сейчас мы себя здесь чувствуем очень хорошо. Есть возможность завести домашних животных, кота, собаку. Меня зовут Юля. Меня зовут Алена. Мы учимся в шестом классе в христианской школе. У нас там много друзей. Мне в школе очень нравится украинский язык и география. После школы, когда мы приходим домой, мы помогаем маме готовить ужин, делаем уроки, гуляем с собакой, играемся с котом. Так, возьми вилочку, сейчас будем протыкивать дырочками. Алена у нас девочка очень активная, очень любит на велосипеде кататься, на площадках детских полазить. Юля очень творческая такая личность, любит что-то рисовать, вот, любит делать всякие поделки. Я очень люблю вкусно готовить, люблю цветами заниматься, комнатными и на улице тоже садить разные цветы. Алена очень часто мне помогает на кухне. Юля как-то больше любит чем-то заняться, там, почитать, порисовать. А Алена, поскольку любит очень вкусненькое что-нибудь покушать, то и крутится как раз возле меня, то почистит что-то, то помешает. Там, ну, в общем, любит на кухне мне помогать, мне очень приятно. Папа, у него времени свободного меньше, и когда он приезжает с работы, он уставший, ему как бы сил уже нет. Но когда что-то интересное, какое-то блюдо мы готовим, то вся семья принимает участие. Друзья, нам очень приятно, что именно вы сегодня вместе с нами. И после сюжета, когда мы увидели вашу природу, а также ваше гостеприимство, невольно хочется к вам напроситься в гости. А еще от съемочной команды мы слышали, что вы, Татьяна, готовите полезную, здоровую пищу, а еще очень вкусную. Уж очень хочется попробовать. Да, конечно. Приезжайте, с удовольствием вас тоже угостим. Спасибо большое. Вы очень гостеприимная семья. Девчонки, расскажите, вам нравится маминое угощение, которое она готовит? Да. Может... Помогаете маме на кухне? Готовите вместе с мамой что-то? Помогаем. А кто больше проводит времени на кухне, Юлечка или Алена? Алена. Алена? А есть такие блюда, которые вы готовите всей семьей? Да, мы всей семьей после 1 сентября приготовили большую пиццу. Здорово, да. Все участвовали в ее приготовлении? Да, все участвовали, нарезали, все раскладывали. Ой, я даже представляю, какая она... Все принимали участие в ее поедании активно. Там участвовали все, да, без исключения? Нам понравилось очень, потом мы ее повторили чуть попозже на другой праздник. Если я не ошибаюсь, вы даже планировали открыть свой магазин. Да, мы открывали магазин, это было 3 года назад. У нас был магазин здорового питания. А, то есть это был не просто магазин? Нет, где да, еда, это был проект, да, такой целенаправленный. Угу. А склонность к здоровому питанию как у вас всегда была? Или кто-то вам рассказал, поведал об этом? Откуда во корне вот, и желание готовить и кушать здоровую пищу? Ну, на самом деле все начиналось от противоположного. У меня лично, кроме противления и противодействия здоровому образу жизни, больше ничего не было. Что подтолкнуло поменять отношения? Моя мама уже как бы ведет здоровый образ жизни, она вегетарианка уже, наверное, лет 15. Ну, вот, то есть как бы она нас к этому всячески старалась привлечь, но безуспешно абсолютно. Он с всеми смеялся. Ничего себе! Татьяна, как вы относились тогда к тому, что Дмитрий вот над всем насмехался, шутил, что ему не нравилось? Какая ваша точка зрения была насчет вегетарианства и здорового питания тогда? Ну, я как бы не высмеивала ничего, но я не понимала, к чему такие ограничения в питании, если можно кушать, как все обычно нормальные люди кушают. Зачем? Все начиналось довольно оригинально. первым перемены в образе жизни как бы начал я. Ну, через меня это все пошло. Причем таким очень интересным, банальным образом. Я уже как бы давно тяготел к тому, чтобы поменять что-то в своем питании, но не мог, понимаете. Вот у меня такая вот жажда, вот мне постоянно хотелось там мясного, что-то такого. Вот я приходил домой, говорю жене, а если у нас нет там какой-то курочки, это значит кушать нечего. Это голодный, да, это все, да. Чего ты мне ничего не приготовила. Но вот как-то говорил, не знаю, вот хотелось мне как-то это преодолеть, но не знаю. Я вот единственное, чему, Боже, я не хочу есть мясо. Вот это была моя единственная просьба к Богу. Когда я заходил в магазин, ну вот, и подходил к мясному павильону, то как бы я ощутил, что мне не хочется этого покупать. Я прихожу домой, а Татьяна меня спрашивает: Дима, а что мы сегодня приготовим? Я говорю: Таня, ты знаешь, мне сегодня не хочется никакого мяса, я говорю, завтра куплю. Прихожу на следующий день, а мне опять не хочется ничего есть. Так я прихожу, и так проходит неделя. Целая неделя я прихожу, я понимаю, что вот этот продукт, который мне так очень нравился, без которого я себя не мыслил, я уже, у меня нет совершенно к нему никакого желания. Могу обойтись и без него, да? Да, и я так понял, что, наверное, как бы это не мое, я так не мог. Действительно, наверное, как-то вот Бог помог прийти к пониманию, сознанию, к здоровому образу жизни. Сейчас, вот по прошествии уже 6 лет, да, дети смотрят на это вообще так вот... Дети, вам нравится еда, которую вы едите? Они сами это уже готовят, да. Молодцы. Они когда смотрят ролики о том, как плохо обращаются с животными, все, они... Это так как бы для них это существенно, они понимают, что это вот их выбор, это правильный выбор. То есть, как бы дети уже это осознали, то есть это произошло не под давлением там родителей. Замечательно. Я хотел вернуться все-таки к вопросу магазина. Вот вы говорили о том, что вы хотели реализовать идею создания магазина здорового питания. А что помешало? Ну, как бы сам магазин мы открыли. Это было в 2012 году. Мы открыли этот проект, мы его запустили. Ну, там помещение, в котором был магазин, мы арендовали. Потом просто условия аренды поменялись. Это объект просто убрали, и мы ушли. Вот. Но как бы за эти 3 месяца мы пришли к пониманию того, что в сфере того, что как бы население нашей страны мало вообще имеет информацию, что такое вообще полезное питание, да и вообще здоровый образ жизни. Мы поняли, что это все нуждается как бы в наглядной демонстрации. То есть мы поняли, что магазин это хорошо, но нужно открывать типа кафе что-то. То есть чтобы человек мог прийти, попробовать, покушать, чтобы продегустировать, Вот. И мы хотели у нас в центре города взять хорошее такое помещение, сделать такое кафе, причем к этому моменту у нас уже накопился, скажем так, определенный багаж знаний и умения вопроса приготовления пищи. Приготовление здоровой пищи, это, скажем так, дело довольно непростое. То есть... Но получилось вам открытие, да? Получилось вам открытие? Нет, вот как раз кафе нам открыть и не получилось. А почему? Что помешало? Сегодня ровно 1 год с того момента, как у нас был пожар в доме. Мы только переехали в новый дом. Мы купили землю себе за городом, мы построили 1 дом, потом построили большой такой просторный дом, и вот ровно сегодня, 1 год назад, как это все сгорело. А что послужило причиной пожара в вашем доме? Ну, как бы, честно говоря, мы даже и не поняли. Из-за того, что может быть дымоход, то есть дымоход, крыша, там где перекрытие, вот. И, то есть мы именно, когда сам момент возгорания, мы не видели. Мы уже выбежали, все уже горело. А дом от дома рядом стоял один, от другого 2 метра. И мы надеялись, что подумали, хорошо, пускай горит этот дом, он деревянный был, из дерева. Вот, и на большой дом не перебросится, но нет, через 2 минуты все перебросилось на большой дом, и за полчаса все сгорело полностью дотла. И 1 дом, и 2, и все наши вещи, имущество. Мы успели выбежать, выхватить только барсетку, свой ноутбук, даже 2 наших кота любимых там сгорели в доме. Так настолько быстро, да, это большое переживание. Да. 3 пожарные бригады приехали и ничего не смогли потушить. Ничего себе. Это большое переживание, это большое, конечно, потеря. Но скажите, пожалуйста, какой была первая ваша реакция на то, что пришло? Может быть, когда уже все завершилось, что вы чувствовали? Какой была ваша реакция? Что вы начали делать? Ну, первая реакция была полная беспомощность. Я сейчас уже даже анализирую, вот спустя год, я все-таки увидел, что Бог нас не оставил. То есть, как бы, потому что мы живем за, как бы уже за самой деревней, да, вот на выезде у нас там такая природа красивая. И когда у нас начался пожар, то приехала семья, мы ее не знаем, мы ее и не знали. Вот. Приехала, они увидели, вышли из дома и увидели, что горит дом. не приехали, забрали наших детей к себе, забрали мою жену. Вот, куда-то увезли, я не знаю, я здесь паника, у меня телефон сгорел. Мои дети были, там плакали, рыдали, а сейчас уже никого нету. Я не могу никому дозвониться, думаю, куда же они делись. Ну вот, потом прибежала еще какая-то женщина. У нас бы, если бы нам эта женщина не помогла откатить машину от дома, сгорела бы и машина. Потому что она стояла в 3 метрах от дома, а ключи сгорели. И, то есть я ее не мог завести, и мы вручную ее откатили. Потом прибежал еще один человек. То есть как бы я видел, что Господь людей уже побуждает, вот люди помогали. В этот момент мы почувствовали, что Бог рядом с нами, и Он поддерживает и помогает нам. Вот, видя то, что люди нам приехали и помогли, как смогли. Это удивительно, замечать о том, что Бог действует через других людей, даже порой незнакомых. Да, да, вы знаете, как бы в первые 15 минут, 20, час, два, может быть, в первый день, это как-то не ощущалось, потому что шок, который был получен от всего, это он как бы затмил все. Но потом, вот уже, наверное, даже вечером, может быть, на следующий день, мы начинали потихонечку анализировать ситуацию, да, как она вот происходила, и вот увидели, как бы, вот одни люди пришли, вот вторые, вот третьи, вот эти люди, которые забрали, привезли нам вещи, привезли нам деньги, вот, дали, и вот практически первое утешение было через них, да, вот когда я стоял, они говорят, вы не переживайте, у вас все будет хорошо, вы и дом отстроите, а я на них смотрю и говорю, вы шутите, говорю, вы представляете, как это все, и они говорят, да вы не переживайте, ну, да, все будет хорошо, да, и вот, вот прошел год, и вы знаете, да, мы все отстроили, да, конечно, у нас очень много проблем, вот, много всяких неприятностей, как бы с этим, как бы жизнь вообще поменялась, разделилась на до и после, да. Вы начали все снова страницы. Вот, да. В прямом смысле этого слова. Тем не менее, вот как-то вот до сих пор я вспоминаю вот это вот ободрение. И вы знаете, вот достаточно простых вот обычных слов для того, чтобы человека утешить. И потом будешь это вспоминать, как самые такие вот дорогие минуты. Слава Богу, что Он всегда находит возможность, находит людей, сам приходит и поддерживает нас в трудную минуту, дает надежду, чтобы не опустить руки, чтобы держаться. Уже прошел год, и я понимаю о том, что вы сегодня уже смотрите на прошлое, немножко так анализируя, и что особым образом поддерживало вас? Ну, как сказал один человек когда-то, у которого тоже была такая же ситуация, вот, что вера начинается на пустоте. И я как бы еще не понимаю, что через определенное время это произойдет со мной, ну вот. Я все время повторял эту фразу себя как бы в церкви, вот, своим друзьям, близким. То есть аналогию, как бы вера начинается на пустоте. Это, вы знаете, вот эту вот фразу, да, истинность этих слов, я, ну как бы мы вообще, вся наша семья, именно испытали в полном смысле. Вот представляете, когда вы остаетесь просто ничего. Ничего. То есть еды нет, денег нет, одежды нет, дома нет, ничего нет. Вот все. Хотите верьте, хотите нет. И я вот тогда для себя сделал вывод, что вот здесь вот она, вера, или заканчивается, или начинается. То есть или Господь, или ты берешь руку Бога, и Он тебя ведет дальше. Или ты просто разворачиваешься и говоришь, все, я не хочу. Мы еще не понимаем некоторых моментов, почему так все произошло, но мы возлагаем всю надежду на Господа и верим, что Он будет нас вести, держать за руку, и все у нас будет в порядке. Мы очень благодарны вам за то, что вы поделились своим таким переживанием с нами здесь. И сейчас нам хотелось бы пригласить Анастасию, чтобы она исполнила песню и в этой песне прославила нашего Бога за Его удивительные дела. Оставь свой страх и трепет, свою горечь, свою боль. Он возьмет тебя в покой, что этот мир не может дать. Нет слаще той любви, надежды выше той, и Он всегда с тобой. Среди всех бурь и ураганов вместо тихое ты идешь. Будь их и знай, что Он твой Бог. Будь их и знай, что у престола благодати милость Божью ты найдешь. Будь их и знай, что Он твой Бог. Будь их и знай. Он знает твое сердце, и Он знает твою боль, и Его благоволение отвечать на каждый вздох. Он сохранит тебя. Иисус есть твой покой, и Он всегда с тобой. Среди всех бурь и ураганов вместо тихое ты идешь. Будь тих и знай, что Он твой Бог. Будь тих и знай, что у престола благодати милость Божью ты найдешь. Будь тих и знай, что Он твой Бог. Будь тих и знай, среди всех бурь и ураганов вместо тихое ты идешь. Будь тих и знай, что Он твой Бог. Будь тих и знай, что у престола благодати милость Божью ты найдешь. Будь тих и знай, что Он твой Бог. Будь тих и знай. Программа «Счастливой субботы» теперь в самых популярных социальных сетях. Подписывайтесь и будьте в курсе всех новостей нашего проекта. Добрый вечер всем, кто присоединился. Это замечательное субботнее время мы проводим вместе с семьей Кругловых. Несмотря на трудные обстоятельства жизни, они продолжают держаться за руку Божию. И мы сейчас вместе с вами узнаем, как им это удается. Несколько минут назад вы рассказали о том, что у вас случился пожар. И в этом пожаре сгорел не один, а несколько домов. И вы сказали о том, что у вас остались вопросы, неотвеченные вопросы. Почему, зачем, как? Мы все знаем, что всякие нестандартные ситуации, переживания, трудности могут повлиять на отношения в семье. Трудности, горе, они либо разъединяют семью, либо наоборот сплочают ее. Вот что помогло вам вашу семью сплотить и удержать ее такой крепкой и замечательной, какой она есть сегодня? Я бы хотела сказать, что когда мы с Дмитрием только познакомились, у меня какая-то мысль такая была, что вот больше общайся с этим человеком, потому что, ну вот я видела, что он как бы держится за Божью руку, да, и как бы читает, и ну, серьезно к этому относится. А после того, как вот эти произошли события в нашей жизни, мы каждый как бы внутри переосмыслил все ценности, которые вот у нас были, и стали по-другому, наверное, относиться к жизненным трудностям, стали больше ценить друг друга, уважать, как-то уступать в чем-то, поддерживать друг друга. Это обогатило ваши чувства, ваши отношения. Да. И сплотила, наверное. Да, и это как раз сплотило, потому что когда каждый из нас держится за Божью руку, то Бог всех объединяет. А какие качества характера вы вот цените непосредственно, Дмитрий? Что для вас ценно и вот в этой ситуации было? Ну, он очень серьезно к этому, к решению вот этой проблемы отнесся. Он как-то все сразу обдумал, посчитал, там как-то все так по-своему сделал. Я была в растерянности, не могла никак мысли там свои собрать до кучи. Как женщина, больше эмоций. Да, да, у меня там больше по хозяйству было имущество, все пропало. Вот. А Дима даже не говорил нам, что они там делают. Я спрашиваю: Дима, ну что там вы делаете? Что? Он: не переживай, все будет нормально. То есть вот такая целеустремленность, да, уверенность, да, что все будет нормально. Да, и вот она это как бы мне очень нравится в Диме. Да, Дмитрий, а вы что скажете? Какие качества вот в Татьяне и какие вот в данных обстоятельствах помогло сплотить и объединить вас? Я как бы хотел, честно говоря, да, правильно она говорит, я ничего не говорил, я как бы хотел им сделать хороший сюрприз. Мы как раз переселились в новый дом, который мы уже построили как раз 21 декабря, это после дня рождения детей. Вот. И когда они приехали домой, они увидели, что дом был один этаж, стал два. Вот, это, конечно, для них был такой шок, да, причем, как бы, ну, вообще, как бы я увидел в своей жене такое, знаете, плечо, То есть не каждая женщина вообще может это спокойно пережить. Вообще, как бы, все эти события нас очень сильно изменили. Очень сильно. И я могу сказать, что точно в лучшую сторону. То есть все мы, и я, и Татьяна, и наши дети, каждый по-разному это все переосмыслил. То есть детям эти обстоятельства добавили какой-то серьезности. То есть они увидели, что такое проблемы не на словах, а действительно на самом деле. То есть мы как бы еще нас это больше укрепило, что мы действительно не одни, не брошены мы одни в этом мире. То есть как бы... Вера действительно начинается на пустоте, и сначала это страшно, а потом я когда-то даже в шутку жене сказал, говорю, знаешь, что мне это даже интересно. Слава Господу. Когда ты сидишь, когда ты вечер, даже вот взять эту стройку, да, вот я вечером прихожу и говорю, Таня, денег нет. Все, строительство прекращается, денег нет. Я с утра просыпаюсь, смотрю, кто-то, непонятно кто, присылает мне на счет деньги. Я говорю, строительство продолжается. Вот так вот все полтора месяца это действительно было так. Каждый день сестры жертвовали, кто-то неизвестно кто. Ну, то есть вот деньги не заканчивались до того момента, пока вот все не было закончено. Удивительно. Интересно, вот у вас прозвучало несколько раз о детях. И я так понял, что дети для вас тоже благословение. И вы... Наверное, самое ценное сокровище, да? Пусть дом, конечно, дома. Нас все так утешали. Говорят, вы все живы? Живы. Здоровы? Здоровы. Все хорошо, все остальное будет все снова. Детки, такая замечательная у вас семья. А вам нравится проводить время со своими родителями? И находится ли это время, когда вы общаетесь друг с другом? С мамой, с папой? Что вы больше любите делать? Вот вместе? Гулять вместе на природе. А что вы еще делаете вместе? Мы вместе готовим на праздники еду. Здорово. Замечательно. То вы такие хорошая команда вместе. А в субботу у вас есть время, когда вы можете провести друг с другом и что-то сделать вместе? Есть такое в вашей семье? В субботу мы раздаем газеты. Все вместе? Да. Это, наверное, газеты о здоровом образе жизни, о здоровье, о христианском отношении друг к другу, да? Да. Спасибо большое. Я думаю, что людям очень нравится получать такие газеты. Хорошо, спасибо вам за такой искренний диалог, беседу. И пусть Бог будет всегда вашим тихим прибежищем. Світі цьому, де немає правди, я тебе шукаю, вічний Бог. Лиш тобі знаходжу я відраду, від печалі, смутку і тривог. Ти мене любов'ю огортаєш, витираєш із очей сльозу. Твої теплі, незрадливі руки ніжно підіймають з пустоти. Нашої не допусти розлуки, більш не витерплю я. І співати буду все життя. І Господа нехай прославить кожен за милість, Программа «Счастливой субботы» стала еще ближе к вам. Теперь следите за нашими новостями во всех самых популярных социальных сетях. Программа «Счастливая суббота» снова с вами. И сейчас мы вместе с семьей Кругловых поговорим о том, какой смысл в испытаниях. Любит ли нас Бог, когда допускает испытания в нашей жизни? Хотел начать с вопроса. Как вы думаете, кого постигают несчастья? Какие-то бедствия? Трудности. Обычно трудности, испытания? Несчастья могут постигнуть любого человека. Тем более в таком мире, в котором мы живем, где вокруг... сплошные сложности какие-то. Пожар в доме помог вам, вы сказали, переосмыслить и отношения друг к другу, и, в принципе, взгляд на жизнь, да? Как вы думаете, а почему Бог допускает испытания в нашей жизни? Испытания Бог может допустить для того, чтобы человек, вот как и у нас, в нашем случае, задумался о каких-то моментах жизненных, да, может быть, изменил свой характер, посмотрел на себя как бы со стороны, да, может быть, что-то он делает не так. Может быть, Бог допускает испытания также для того, чтобы чего-то от нас предупредить, от чего-то защитить, да, чтобы мы увидели какую-то опасность и остановились вовремя. Возможно ли увидеть заботу Божью и руку Божью в этих испытаниях, в этих трудностях? Мы можем увидеть Божью любовь и заботу о нас, увидев, как другие люди нам помогают, поддерживают в тяжелых обстоятельствах жизни. Спасибо большое. А я хотела бы предложить, Дмитрий, вы не могли бы открыть первое послание Петра, 4 главу, и прочитать 12-13 текст? Что Библия говорит об этом? «Возлюбленные, огненного искушения для испытания вам посылаемого не чуждайтесь, как приключение для вас странного. Но как вы участвуете в Христовых страданиях, радуйтесь. До явления славы его возрадуйтесь и восторжествуете». Угу. Спасибо большое. Хотелось бы добавить такой момент, что многие неверующие люди, практически весь неверующий как бы мир, вот, когда с человеком происходят какие-то испытания и проблемы, ну, как говорят, это Бог, наверное, наказал, да? То есть люди как бы не учитывают тот момент, что дьявол всячески старается противодействовать тому добру, которое здесь распространяется в мире. То есть он постоянно будет стремиться подавить и остановить человека на путях в истине. Вот. Христианская писательница Эллен Уайт, она писала, что вера, которая не прошла испытания, это не драгоценная вера. То есть вера, которая не была испытана, она не имеет той ценности, ну, по сравнению с той верой, которая прошла испытание. И поэтому мы, как христиане, должны понимать, что дьявол всячески будет стараться противодействовать истине, всячески будет стараться противодействовать распространению истины в этом мире. Действительно, когда мы говорим о страданиях, о причинах страдания, то нельзя не рассматривать разные аспекты. И Бог может использовать все обстоятельства нашей жизни, потому что иногда это необходимо для становления нашего характера. А порой Господь хочет предотвратить каких-то бедствий, предотвратить какие-то несчастья. И поэтому Он ставит преграды, ставит какие-то трудности, задержки в пути. Но мне хотелось все-таки, чтобы мы, даже вот вспоминая Иова, мы знаем, что он так и не понял причины, почему с ним произошли все эти бедствия и несчастья. Но мне хотелось спросить, что особо важно вот в период бедствий? Ну, прежде всего, вера. То есть твердо держаться за руку Господа. Потому что если мы оставим руку Бога, как сказано в Слове, если вы оставите Его, то и Он оставит вас. То есть Господь нас не оставляет никогда. То есть нам никогда не надо терять связь с Богом, что бы ни происходило. В Слове сказано: «Я никогда не оставлю вас». Человек всегда первый оставляет Бога. Скажите, а возможно ли и каким образом определить вот то, что мы говорили, Бог допускает испытания для чего-то, да? Кому-то для исправления перечисляли, да? Кому-то для того, чтобы остановить на путях, а кому-то потому что живем на этой грешной земле. Возможно ли определить, почему? Как вы думаете, есть ли какой-то тест? Ну, сразу, наверное, нельзя определить, для чего или почему происходят какие-то проблемы, трудности в жизни. Это приходит со временем, Бог открывает, и тогда становится все на свои места, когда человек уже как бы с течением времени сам переосмысливает какие-то свои недостатки, что-то, ошибки какие-то. И, может быть, кто-то ему подсказывает, там, друзья какие-то, да, со стороны, вот как у Иова тоже было. Утешители его как бы пытались утешить, а на самом деле больше проблем, как бы вопросов больше было. Вот. То есть, получается, доверяя Богу, спустя какое-то время мы можем оглянуться назад, и тогда, может быть, получить ответы на поставленные вопросы. Почему это произошло со мной? Конечно, да. Очень часто вот наше состояние в моменты испытаний, трудностей, оно зависит от нашей способности слушать или слышать голос Божий. И я хотел спросить, как вы думаете, как приобрести эту способность слышать Бога? Вот когда это необходимо? Ну, это должно быть не однодневное, скажем так, общение с Господом. То есть мы должны каждый день жить и осознавать, что мы находимся в присутствии Бога. Что Бог видит, слышит и знает каждый наш шаг. То есть Он знает каждую нашу мысль. То есть мы должны Ему научиться доверять так, как вот наши дети нам доверяют, допустим, или мы своим родителям. Потому что Бог — это наш любящий Отец, да, мы Его не видим, но это не значит, что Он с нами не общается. То есть, другими словами, невозможно во время страданий приобрести отношения с Богом, то есть они должны формироваться заранее. Да, и тогда мы можем быть готовыми. Это путь. Да, это путь, который готовит, нас к каким-то трудным временам. Это как водитель автомобиля. Нельзя сесть в автомобиль и стать профессионалом, правильно? То есть все это приобретается с опытом. То есть то же самое отношение с Господом. Если не будут отношения постоянными и прочными, то тогда в момент испытаний наибольшая вероятность, что произойдет разрыв. Спасибо большое. Скажите, пожалуйста, а были ли у вас какие-то обетования особенные, которые поддержали вас в трудную минуту? Могли ли бы вы поделиться с нами этими обетованиями? Еще в тот момент, когда я пришел к Господу, у меня всегда в моей жизни был такой стих, вот Исайя 43, 2 глава, что «Пойдешь ли через воды, не потопят тебя, и пойдешь ли через огонь, и пламя не отпалит тебя». И действительно в нашей жизни эти обетования исполнились полностью. То есть даже уже, вот, скажем так, потеряв все, я просто у себя в доме, возле дома нашел клочок обгоревшей бумаги, это наша христианская газета, где было просто вот именно выжжено только вот эти вот слова «И не буде палити тебе полум'я». И действительно, как Бог мне вот ответил и показал, что посмотри, я остался верен своим обещаниям. Ты жив, ты стоишь, да, тебе плохо, тебе тяжело, но тем не менее я тебя ни в чем не подвел. Спасибо большое. А у вас, Татьяна, можете ли вы вспомнить обетование какое-то особенное? Памятный стих из Библии, который вот мне в течение жизни как бы запомнился больше всего, это «Господь пастырь мой, я ни в чем не буду снуждаться». И это когда какие-то трудности в жизни получаются, всегда вспоминается он, и понимаешь, что если Бог рядом, то все даже трудности, все будет во благо, и все как бы... Спасибо большое. Спасибо большое. Мне также хотелось прочитать второе послание к Коринфянам, 4 главу, замечательный текст, где апостол Павел говорит о испытаниях, говорит о трудностях. «Посему мы не унываем, ибо кратковременное легкое страдание наше производит в безмерном преизбытке вечную славу, когда мы смотрим не на видимое, но на невидимое, ибо видимое временно, а невидимое вечно». Апостол очень хорошо подчеркивает о том, что все наши трудности, испытания, если их поставить рядом с вечной славой, вечной победой, радостью, которую Бог приготовил для нас, которую Он обещает дать в скором, в будущем, то оно покажется мгновением. Оно просто растает по сравнению с той славой и той радостью, надеждой, которую мы обретем. И вот это вот свет, это уверенность, это вера, она укрепляет. Почему апостол говорит, мы не унываем, что бы ни происходило, потому что мы верно знаем Бога, который ведет нас в этой жизни. И очень хочется, чтобы эта вера поддерживала не только вас, чтобы она давала силы и ободрение всякому, кто имеет нужду в защите Божьей. А еще в Римлянам 8 главе в 37 стихе написано: «Ибо все сие преодолеваем силою возлюбившего нас». И мне бы хотелось пригласить Анастасию на сцену, чтобы она спела об этой удивительной Божьей любви. Тысячи лет назад среди ночи зажглась звезда, как свеча среди темноты осветила все вдруг она. Небывалая красота поселилась в сердцах людей и спустилась на землю к нам. Та любовь, что спасает всех, так Божья любовь спустилась с небес, наполнив собою планету, что веры огонь в каждом сердце воскрес и всем подарил лучик света, что веры огонь в каждом сердце воскрес и всем подарил лучик света. Это все было так давно, но любовь не перестает. Как и тысячи лет назад, людям Бог ее с неба шлет. Видя дивную красоту Божьей жертвы и доброты, я постичь ее не могу, лик твой, Боже, чистоты. Так Божья любовь спустилась с небес, наполнив собою планету, что веры огонь в каждом сердце воскрес и всем подарил лучик света, что веры огонь в каждом сердце воскрес и всем подарил лучик света. Спасибо, Анастасия, и вам, дорогие друзья, за такой приятный, теплый вечер вместе с нами. Хотя он еще не закончился, потому что у нас впереди чаепитие. Я хотел предложить, давайте мы сейчас объединимся в молитве. Дорогой Господь, мы Тебя благодарим за этот прекрасный вечер, за эту возможность нам собраться сейчас здесь вместе, за эту возможность прославить Тебя, дорогой Господь, за то, что Ты нас нашел и спас в этом грешном мире, за то, что Ты нам показал свою любовь и милость. Также просим Тебя благословения на эту пищу, даруй ее всем нуждающимся. Просим Тебя обо всем, Господи, во имя Иисуса Христа. Аминь. Аминь. Дорогие зрители, мы очень благодарны вам за то, что вы провели этот вечер вместе с нами. Думаю, опыт 7 кругловых очень вдохновил вас. Настало время прощаться, но ровно через неделю в этой студии и с новыми гостями мы ждем вас. Всего вам доброго и счастливой субботы. Ну а я приглашаю, наконец, приступить к чаепитию. И хотел пригласить солистку нашу Анастасию. Присоединяйся к нам. А мы за угощением. Бутерброды. Это бутерброды с соевым сыром тофу, авокадо и оливками. А пирог это с чем пирог? А пирог с яблоками, но здесь интересное тесто, оно слоеное, но без использования яиц. Я так думаю, что такую кухню можно кушать каждый день. Детки, вам нравится? А это что, сливка такое яркое, красивое? А на десерты с фруктами разными. Клубника, смородина и малина. Паста ореховая с керабом. Это по типу нутеллы. Очень полезная. Дорогие телезрители, хотелось бы пожелать вам счастливой субботы и пожелать, чтобы Господь пребывал с вами в каждом вашем дне. Желаю, чтобы Бог всегда хранил вас и Божьих вам благословений. Счастливой субботы! Пускай в вашем доме всегда царит радость и Божья благодать.